13-летняя девочка покончила с собой из-за не слишком хороших оценок в школе. Трагедия произошла в Арзамасе. Родители хотели, чтобы девочка стала круглой отличницей. В своей предсмертной записке она написала: «Мамуля, прости, что не смогла закончить четверть на одни пятерки». Солнышко-то мое ясное! Как миленько моя! Ай, как я без тебя буду! Она написала записку родителям, в которой было сказано, что это все виноват оценки. Родители хотели, чтобы она стала отличницей, но так получилось, что она получила четверки. Она не хотела получать четверки, так как ей об этом родители говорили. В общем, она сказала, типа, если я получу четверку, да, родители говорят, что мне, типа, ну, капец, там, крышка, да. Поздним вечером уже кричала женщина, и слышно было, она кричала только вот: «Доченька, прости, доченька, прости». Эта дочка переживала из-за оценок. Какие требования к ребенку были? Вы ругали ее из-за оценок? Потом подруга пришла ко мне вечером, говорит, что у вас случилось. Стоит скорая у подъезда, дверь открыта в подъезд. Трагедия для нас является определенным шоком. В целом могу сказать, то, что она достаточно хорошо училась. Количество четверок становилось меньше, больше пятерок. Очень ответственная, очень эрудированная. Прошлую четверть она закончила с положительными оценками. Но она прошлую четверть закончила так же, как и закончила вторую четверть. Ее не ругали родители, мы хорошо знакомы с родителями, у нее прекрасные родители. Мама за ней очень хорошо ухаживала и всегда была очень часто дома, помогала ей, все в порядке. Просто что-то... Я никогда не видела, чтобы она плакала, ну, или чтобы она как-то там загонялась, у нее каких-то комплексов не было, да. Все вроде было хорошо, она всегда улыбалась, ну, просто я не могла поверить, потому что такой жизнерадостный человек, ну, не мог так сделать. Кстати, в Следственном комитете нам сообщили, что проводят проверку всей этой ситуации.